Итак, всем здорово, с вами я, Нейзи, и сегодня мы снова сыграем на этом чудесном проекте. Погоди секунду, дай мне сказать. А, окей. Спасибо. Так вот, сегодня мы снова играем на этом прекраснейшем проекте Fallout Craft. Да дай ты мне сказать, блядь! И, собственно, сегодня я буду записывать PvP. Как вы видите, я сейчас нахожусь в каком-то клане, да? Вот, то есть админ меня снова попросил записать на этом проекте. Я не против, мне он даже чем-то нравится. Ну, поначалу так, так себе был. А сейчас вообще найс. То есть, смотрите, вот у меня Т-51, да, бронька из Fallout. Ну, знаете, играли в Fallout, да? Ну, так вот. И, собственно, сейчас мы пойдем на PvP со своим кланом. Так, народ, собственно, пока мы туда не пойдем, ждем лидера, да, то... Я пока что пооткрываю кейсики. Купим кейсик. Давайте купим сразу вот топовый самый кейс, да? Просто... Хотя не, давайте пока что... Да, давайте самый топовый. Купим кейс. Купить. И сейчас мы его откроем. Откроем. Легендарный кейс. Открыть. Каком же? Вот давайте... Вот в этом. Т-45. Ну ладно, нормально. Вот это... У нас сейчас обед? Ну ладно, раз обед, так значит, пока что кину силовую броню вот сюда. Опа, чуваки, тут уже начинается ПВП. Так, сейчас заходим. О, Мурлок уже убивает тут кого-то. Ну ничего, сейчас мы поможем всем тут. Так. Вот, уже идет этот захват, я так и не понимаю. Вот, чуваки, кто играет на этом сервере, отпишите, пожалуйста. Это захват или что идет вообще? Как бы не понимаю. У кого пожрать есть? Или самогона отсыпьте, пожалуйста. О, спасибо, прямо из деревни, да? А, свой самогонный аппарат стоит? На, держи, спасибо. Собственно, напоили меня самогоном. А, они тут держат чувака, типа. А, он обосрется, когда нас увидит. Ты чё? Давайте его в плен возьмем. Да, в плен. Давай, вот так вот. Он такой проснется, а я такой ему пушкой в рожу так свечу. Ой. Она проснулась. Парниша, да, вот это было жестко на самом деле, проснулся такой, блядь. Че, где? Легион? А, блядь, хуярьте. Внизу. Бля, куда я упал? Так, сейчас мы пойдем лутать точки. Он говорит, может повезет что-нибудь годное выпадет. А, и конечно же сохранение мира прям вот вовремя. О, да, мой любимый самогон. Я бы пил его в вечность. Прям днями, ночами. Опа, чуваки, мы нашли тачку. Рабочая? Да ладно. Нормас. Тачку нашли, класс. А, это, наверное, он отогнал тачку. Ну да ладно. Сейчас поедем на точки и будем их лутать. Как же я это обожаю, да. Так, значит, идем лутать, да? Да. Отлично. И где тут точки, показывай, рассказывай, гид. Вот сундук. А, посмотрите вот налево, здесь сундучок. О, что это? Чек на 100 опыта, найс. И типа его юзать можно? Его переводишь в опыт и получаешь. Понятно, окей. Там, я так понимаю, чертежи не заспавнилось. Нет, там заспавнился только фракционные очки. Ну, значит, не повезло. Окей, значит, едем дальше, да? Так, а тут... О, во. Такс. О, чертеж охотничьего револьвера, чек на 100 опыта и фракционные очки. Да, неплохо. Чертеж. А чертеж, типа, я могу как в Расте изучить, да, револьвер? Нет. Тут через NPC обмениваешь с фракционными очками. Не, ну, я имел в виду, типа, тоже изучать, да? Нет, я говорю, что это как предмет у NPC, нужно обменивать на оружие. Ясненько, понятненько. Так, ну, а пока мы едем, я куплю кейсик один какой-нибудь. Какой кейс, как ты думаешь купить? Ну, в зависимости от того, что ты хочешь выбить. А, ну давай, не знаю,
блин, я не знаю, что я хочу выбить. Вот, а, ты когда-нибудь открывал тут кейсы? Да. И, как бы, если ты хочешь пушку, что открывать? Если пушку, то легендарный или ультимейт? Давай, потому что легендарный я открывал, мне выпала броня Т-51, которая на мне сейчас. А, Т-45 на мне сейчас, я просто уже пользуюсь. Вот, купил один, все. А, я в тачке не могу открыть точно. Так, собственно, мы возвращаемся, на нас напали, да, говоришь? Окей, собственно. А, все, Надин, поехали обратно. А, да, все, нормально? Окей, значит, все нормально. Самогон — это вещь, я просто готов пить его днями, ночами, вечерами. Найс. Так, это что, болото какое-то? Нефтевышка, нефтевышка. Нефтевышка, окей. Ой-ой-ой, я тут проваливаюсь что-то. А по воде тут, если ходить, ничего не будет, да? Нет, нет, нет. Обычная вода. О, сундучок нашел. А, бочка нефти, фракционные очки, чек на 100 опыта, бочка нефти, фракционные очки. И что там еще было? Не помню. Да, вчера не выпал эту точку. А. Двойная порция. Найс. Так, погоди, открою кейсик. А, силовая броня Т-51, серьезно? Да, ну ладно, бывает. Ну не знаю, пока едем, могу еще кейсов понакупить там каких-нибудь. Давайте купим еще. Легендарный кейс, он дает шанс ручной пулемет убить, а ультимативный — крупнокалиберную винтовку. Ну ручной пулемет, я его еще ни разу не видел. Но это стоит того? Нет, не стоит того, потому что ручной пулемет, он для очень ближней дистанции будет в будущем как побочное оружие. Такие дела. Тогда что еще тут можно выбить? Значит, давайте попробуем. Значит, по порядку. Вот кейс ветерана давайте попробуем выбить. Потом клановый я просто покажу, что как бы там может выпускник. А кейс джиггернаута, рейдерский. Ну, рейдерский — это вообще бичевский же. А кейс обитателя пустоши. Ну ладно, просто вам покажу, что там есть, и все. Так, собственно, мы куда-то приехали. Ты где? А, вот, все. Да-да-да. И что мы тут сейчас будем делать? Тоже лутать? Да, да, выбирать. Nice. Вот, я вижу уже один сундучок. А, или... Да-да, вот сундучок. Чё там? Ну, тут неплохо китайский автомат. О, китайский автомат, кстати, блин. Я с ним бегал один разок. Ну, фига, ты прям так упал. Бесстрашный. Ой-ой-ой-ой. Так, ща, по-быстрому открою ветеранский кейс. А какой слот? Вот этот. Да чё мне на броню-то так везёт? Смотрите, что может выпасть в этом кейсе. Я хотел суперстимулятор. Ну да ладно, выпала опять эта броня поганая. Не поганая, отличная броня. Так, клановый кейс. А, давайте откроем вот это вот. Чё это такое? Чё-то за уздечка какая-то. А, это монокль. Ну ладно. Всё, одену себе монокль. Буду ходить в монокле. Класс. Рейдерский кейс. Что может быть в нём? Господи, броня бичары рейдера. Господи, боже мой. Не знаю, если я буду стримить здесь, то я могу разыграть ее вам. Так. Кейс джиггернаута. Давайте откроем вот этот. Да опять броня. Ё-моё. Я не могу. Почему мне так не везет, а? Броня джиггернаута выпала. Вот смотрите, как она выглядит. Вот, ну нормально, но как бы, но все равно. Мне про скорость. Это основная единица клановой брони. Да? Она обменивается, да. Нормально. На клановую броню. Так, и последний кейс обитателя пустоши, самый бомжарский, который вы можете купить вместо завтрака в школьной столовой. А, что за pineapple pen? Что это за перо? Мачете какая-то. Сейчас посмотрим, что это. Мачете, да. Ну, блин, если вам кирки недостаточно, то можете, конечно, купить этот кейс. Ну а так, мы сейчас дальше поедем. Давай, поехали, Мурлок. Мы так едем в закат, знаешь. Там закат. Нормально, нормально. С самогоном. Это что такое? То, что тут полтайм? Да, да. Окей, давай, вылезем полтайм, посмотрим. Ой-ой-ой, не тут. Ну пофиг, давай тут. Не, вот сюда может залезть. А, да? Точно. Я проглядел просто, я вылез там. И не увидел. Сундучки, они, думаю, да, выше, да? Они выше. Или нет? Да, на самом верху. На самом верху. Окей, давай. Да, по сравнению с бомжатскими локациями, где я бегал, ну это вообще просто вот... О, вот сундук нашел. А чек на 100 опыта,
гранаты нашел и фракционные очки. Нужны гранаты? Давай. 14 гранат противопехотных. Собственно, нормально. Гранаты. Будем. Можешь себе взять. Аллах Акбар. Ух ты. О, сейчас будет супер прыжок прям в тачку. Смотрите, дома не повторяйте, а то, ну, головой тронетесь, не только Майнкрафт будете. О, ты что делаешь? Побежали. Бля, пулемет это забил.